Добрый день. Директор технадзора, капитан Полит Шилова. Документы будьте добры. Как вообще ездить? Вас ничего не беспокоит, все нормально, автобус нормально едет, да? Да. Никуда не виляет, ни вправо, ни влево. Вы посмотрите, что у вас там сзади творится. Давайте мне путевой лист и на автобус поможете. Вот там что-то нет, видите? О, колесо. Смотрите, все слабо. Высаживайте пассажиров. Аварийный выход не работает. И ступеньки посмотрите еще какие. Вообще проваливаются. Надо не здесь делать, а вот там надо делать. А вы всегда людям... А где там? В автопарках надо делать. Где их не стоят? А что у вас с порогом? Я не понимаю, что люди провалятся сюда. Механик проверял вашу машину? Да, конечно. А вот он обратил внимание на то, что кнопки аварийного выхода не работают.